Так ты заметил, сейчас еще растяжку забудет снять, блядь. Что ты делаешь, блядь? Это точно наш гараж? Ты звонил в него? Сейчас ДЦОшники приедут. Залетай. Ого-го! Ты что, мы бухаем прямо здесь? Иди магнитофон! Это скупка Кодинова? Валик, берем и все. Ой, бля. Слушай, давай никуда не поедем. Все, мне. Надо ехать-то. А что все Дэну? Или я поехал за ним? Ну, а с тобой, Дэну. Так, пиво я прошу Немо не ставить. Бля, я уже схватился за пиво. Все понятно. Все, блядь. Все пропало. Прямо не доезжает. Пацаны, вы хоть диски оставьте. Диски забыли, а? Не все выносите. Ну куда, блядь? Ты пиво? Да, голову будем менять, когда приеду в Киев. Твои трудности, блядь. Ты знал, куда едешь и с кем едешь. Блядь, вот это меня напрягало при выезде. Иди его в багажник, Вова! Вова, пиво в багажник! А лучше в заднюю дверь. Я открою, открыто. Пиво в багажник, хорошо. Деребан такой идет. Деребаню. Ладно, я две бутылочки на дорожку возьму. Бери ему видеомагнитофон. Ну да, значит, набираешь. Так, люди подходят. Все подходят и подходят. Оно все не заканчивается, не заканчивается. Пацаны, диски оставьте. Диски не проплачены. Денег не видел на счету. А лимонад-то нахрена тянешь? Ну, давай сюда. Лимонад туда ложи. Кирчик, возьми нам что-нибудь. Я взяла. Кока-колу. Бери кока-колу, так и быть. Блядь, деда гараж, блядь, чувствуешь? Блядь? Анна, держи. Откуда сила пошла? А ну-ка. Диварик, уже диски покачи. Давай. Ильчик, вот эти надо было брать. Мы поехали. Давай снимай. Все? Зигал, ты это тоже брать? Нет, смотри, давай эти диски возьмем. Да, я тоже так подумала. Нет. Все. Там не подожди. У тебя ж багажник полный, кричал. У него резина закончилась и стерлась, блин. У него свитер. Давай через резину. Димка. Нет, туда. Ахтунг, как слепой. Бери табличку, бери. Себе на очко. Тебе дать, блядь, заклепочник вытяжный. Так, подожди, блядь. На слёт готовятся, пацаны. Ты на какой слёт поехал? Я поймаю дорогу в мусорку, на мусорку. Это по привычке? Это по привычке. Клептомания замучила, да? Покажи, что в карманах. Так, пацаны. Я читать поеду. Вы вывалили. Надо в природе почитать. Пустил таракана. Все, на. А его тут закрывай. Закрывай его там. Растяжку по самой брате. Я проверю, все ли на месте. По списку, давай по списку, Жека. А, давайте теперь проверим, может лучше она зашифровалась, того, что нам надо было. Да, кстати, да. Подожди, а где ты говорил, девочки? Насос, да, ебу. Пускай девочек накачают. О, это вообще пиздец, товарищи. О. Тихо, блядь, это раритет. Берем с собой. Это будет, блядь, продано на аукционе Сомерсби. Тихо, блядь, тихо, не гни. Не гни. Написано. Автор Ленин. Автор Галайку. Галай? Подожди, да, это дай пиши.
И кончить вот грудь. Не гони, не сдувай, ты аккуратно. Это, блядь, лет через 50 будет, знаешь, какие деньги стоят. Он первый если не за нее. Женя, я кажется, лет через 50. Да, не закрывается. Выбирайте. Ты их коллекционируешь. Ты с какой школы это спер? Шифарнадзе, да? Привет, Шевронадо. А ты что, знаком? Он еще жив, кстати. Зараз я не хуй, гуляю. Че поебался? А как ты достанешь? Там есть аварийный выход. Если ты едешь в багажнике в лес, да, и надо. Плохое предчувствие. Шека зачет. Не выход, а в жопу засунет. Тебе в жопу не надо. Так он же в багажнике будет, там аварийный выход нужен.